В Иванове прошел ежегодный слет патриотических клубов. На этот раз в нем приняли участие 11 объединений из разных образовательных учреждений города. Ребят разного возраста. В основном, участниками становятся ребята от 14 лет и выше. Здесь есть как студенческие команды, например, база, текстильная академия, как патриотические объединения, которые действуют на базе управления дополнительного образования, на базе школ, на базе училищ и лицеев. То есть, направления разные. Мы попытались собрать сюда все патриотические клубы нашего города для того, чтобы в рамках конкурентной борьбы по 5 этапам они могли соревноваться и достигать новых результатов. Проявить свои патриотические качества ребята смогли в строевой подготовке, а также в спортивных состязаниях. Один из сложнейших этапов – неполная разборка и сборка автомата. Причем оценивается не только скорость, но и аккуратность работы. Ну и, конечно же, полоса препятствий. Почти как в армии. Воспитанник патриотического клуба должен быть в хорошей физической форме. Я люблю вообще спортивные, как-то во всех спортивных мероприятиях участвовать. Люблю бегать. Вот. Поэтому я не пропускаю практически никаких мероприятий. Участвую во всем, стараюсь принимать участие. Вот решила тут тоже попробовать себя. Состоять в патриотическом клубе не просто. Постоянные занятия по физподготовке и строгая дисциплина. Однако в последнее время они пользуются все большей популярностью у молодежи. А значит, будущее страны в надежных руках. Наталья Романова, Олег Милюхин, РТВ Иваново.